Забираем, забираем. Ну, парни, пришла пора рассказать, что... Извините. С тобой все нормально, парень? Парни, я прокинул вашу выпивку. Да не парься ты. С тобой-то все нормально. Что вы брали, пиво? Да все нормально. Ладно, я сейчас вернусь. Четыре Миллера. И он прыгнул прямо в тачку. И начал: не беспокойтесь, сержант, я поведу эту штуку. Он слишком рассеян. Ты сказал рассеян. У вас могли быть проблемы, парни. Да ни за что, шутишь. А ты помнишь, я просто даже не поверил. Кто-то из вас уронил костяшку. Как насчет перекинуться? Нет, не моя. Я рисковать не буду. За нас? Давай. Еще по одной. Я плачу. Да брось, старик, ты что, все время платить собрался? Нет, сейчас наша очередь, бабки у нас есть. Сейчас наша очередь. Слушайте, давайте кинем кости. Кто будет платить? За пивом пойдет тот, у кого меньше всех. Хорошо. Вы бросаете первыми. Пусть Салабон бросит. Еще по одной. Четверка. Мы проиграли. Я же говорил мне покупать. Это вроде как несправедливо, а то... Дадите шанс отыграться, когда вернусь. Да ладно, отыграть. Смотри-ка, он выиграл двадцатку. А ну-ка давай. Давай, давай. Отлично. Отлично. Господи. Да ты выиграл, дружище. Да. Ты опять выиграл. У тебя здорово получается, брат. Сыграем еще раз. Еще раз. У меня четыре. У меня три. Смотрите за моим броском. Следите, следите. Не успеваем. Ну давайте, ребята. $4. Заткнись, парень. Бросай. Еще один, два. Один или два? Так. Один или два? Кинул. Игра на случайностях. Дела все хуже и хуже. Знаешь, что я тебе скажу? Бери деньги, они твои.